Даем разворачиваться спокойно. Видите, не выжимаем до конца. Все, вот в каждой точке. Вот видите как. Вот видите как, и 1-0, да. На 8-й минуте нет офсайда. И забивает первый мяч в этом матче Ере Уронен, игрок Генка Бельгийского. 28-я игра. И, кстати, первый гол за сборную Финляндии для этого парня. Ну, видите, как и говорилось, потому что ребята не дорабатывают. Видно, что дают разворачиваться за каждый момент. Причем, замечу, Виталий, это защитник. Давайте разберем эпизод. Сейчас будет повтор. Воспитанник клуба ТПС. Выступал, кроме ТПС, за Хельсинборг шведский. Вот 16-го года за Аген. Ну, давайте смотреть. Ну, тут, похоже, Матвейчик задержался, мне кажется. Ну, здесь не задержался. Даже здесь ребята просто не дорабатывают. Не каждый прием, каждый футболист начинает разворачиваться, отдавать передачу вперед. Так нельзя играть. Здесь просто вскрыли эту линию и все. Наблюдает, никто не дорабатывает. Просто в статичном положении смотрит, наблюдает, как финны действуют.